Это было 17:35, улица Социалистическая, 22-й микрорайон, в кармане. Женщина 79-го года рождения. При движении задним ходом не убедилась в безопасности выполнения маневра. И совершила наезд на женщину 36-го года, обе ангарчанки. Женщина 36-го года, у нее, значит, получила травму. У нее, ну, рваная рана ноги, и там икру вырвала. Она где-то газанула вперед, она крутанула, там протектор злой стоит. И этим протектором, видать, рванула.